Ryo-san, what were you talking about with Ine-san? Well... Is that a letter? In Chinese? Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и это рубрика «Лучшие игры», где мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue. И это 9-я часть моего прохождения. Что же, дорогие друзья, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что мы побывали в тату-салоне и узнали там... Насильно немножечко мы, конечно, узнали. Но узнали... Вернее, даже вынудили человека... свести нас с этим неизвестным Чарли. И он согласился, что ему еще оставалось делать. Встретиться с нами возле салона Arcade в 3 часа сегодня днем. И так как нам нужно ждать 3 часов... О, у нас какая-то кат-сцена. Ну что же, посмотрим. Все равно до 3 часов еще достаточно времени. Father, I promise to avenge you. Ryo-san! Let's spar for a bit, huh? It's been a while. Alright. О! Наконец-то мы потренируемся с Фуку-саном. Попробую я приемчик мой ноги. О, просто превосходный. Ох, прекрасно. Попробуем немножко захвата. Ух ты, слушайте, Дон. Так, Фуку-сан, дай мне сделать приемы. Ух ты, елки-палки. Да дай мне тебя уже схватить. Во! Вот это отличный просто бросок. Воу, воу! Ну-ка еще раз удар ноги. О! When did you learn that move? Ха-ха-ха, завидуешь, да, Фуксан? Шикарный прием. Просто отличный. It's been a while since we practiced together. I feel much better now. Have you found something? I've got a lead on the Chinese cartel. Are they the same ones who killed Hazuki-sensei? I don't know yet. You're not thinking of going after them alone, are you? You go up against those killers? It's my only option. I know how you feel, but it's too dangerous. Even sensei couldn't. I've made up my mind. But what if something happens to you? I feel responsible. Don't worry about me. No. Ryo-san, is that why you started training? Oh, please. I'm begging you, please think it over. My mind is made up. I must go. Ryo-san. Ine-san, you overheard? Please don't pursue this, Ryo-san. I have to. Please step aside. I'm begging you. Respect Hazuki-sensei's will and look after the dojo. I can't believe my father killed someone. Ryo-san, please wait. There's something I must give to you. Несмотря на все уговоры, Ryo-san не отступается от своего намеченного пути. A letter to my father?
This came right after Hazuki-sensei passed away. I had a bad feeling about it, so I felt I should keep it hidden until today. This letter's in Chinese. But why? Because I didn't want you to do anything foolish and risk your life. And because I don't want you to upset the spirit of your father. Please, make a promise to me. Ine-san. Please, I need you to promise me. Yes, I promise. Thank you, Dio-san. И как же Рио, конечно, он не смог отказать своей старушке. Посмотрим, что же за письмо и какая запись. Ине-сан дала мне письмо на китайском. На китайском. Но Рио японец. И он, скорее всего, не знает китайский. Я прав? Давайте посмотрим, где наше письмо. Письмо отцу. Да. Совершенно не ясно, что здесь написано. Рио не знает китайского. Итак, у нас почти 10 утра, и я еще хочу зайти осмотреть пару мест в доджо. В доме мы, конечно, уже все осмотрели. Поэтому нужно осмотреть оставшиеся места в доджо. Там есть, конечно, еще кое-что интересненькое. О, сегодня у нас дождик. Кстати говоря, помните, мы в предыдущей серии я по телефону узнавал погоду? И ведь мне сказали, что будет дождь. И, пожалуйста, дождь у нас. Да, это, конечно, для того времени это просто гениально. Ryo-san, what were you talking about with Ine-san? Well, is that a letter? In Chinese? Is it from the man who murdered Sensei? I don't know. Damn it! If only we knew someone who reads Chinese! Кто же знает китайский? Кто знает китайский? Ну, наверное, парикмахерской мы ходили, парикмахерской Лиу, а он же вроде китаец был, если не ошибаюсь. Да, да, он был китаец, член один из членов трех мечей. Так, у нас здесь есть интересная коробочка. It won't open. It seems to be locked. Которая пока что закрыта для нас. Рио делает пометку. В зале я нашел шкатулку, но где же ключ? И еще. Ryo-san, spar one round with me. Нет, Фуку-сан. Чуть потом или today. Попозже, не сегодня. Oh, I'll be waiting for you next time then. Кстати, вы заметили, что у Фуку-сана уже пропали лейкопластырь и перевязь, а Рио всю игру будет ходить с этим, с лейкопластырем. I can't reach it. Здесь у нас есть надпись, которую мы не можем достать, но, как мне подсказали, мы можем взять табуреточку и воспользоваться ей. Благодарю внимательного слушателя и зрителя. What's this? Здесь мы находим какой-то свиток. Это свиток, да, это... What's this doing here? Это похоже на свиток. Очень интересно. Сейчас его осмотрим. Может, это новый прием? Так, где он? Ага, вот он. I can't read Chinese. Он тоже на китайском. Ха-ха. Ну что же, все нас ведет к одному. Нам нужно найти того, кто знает китайский. Кстати, у нас есть приемы. Называется... Judging from the pictures, it's a hand move. Два меча. Прием рука, два меча освоен.
Видимо, шаг вперед, а потом два удара. Похоже на это. О, какой интересный. И еще один прием, меч тени. Judging from the pictures, it's a leg move. Нога-потрошитель. А, похоже, он называется Shadow Reaper, насколько я помню. И это звучит что-то примерно как теневой женец. Как-то так. Ну и время, видимо, отправиться нам в город как раз. До 3 часов еще достаточно времени. Я думаю, это время мы проведем с пользой. Ища человека, который знает китайский. Кстати, тревожная музычка звучит. Что бы это значило? Раньше не было такой музыки. Посмотрим. Возможно, что-то произойдет, скорее всего. Давайте зайдем. Котенку у него все в порядке. Hi, Megumi. Hi, Ado. Hey, Ado. Chibi understands me when I talk to her. Whenever I call her, she answers me. Really? It's the truth, right, Chibi? I told you. Wow, that's amazing. Ха, превосходно. Наш котенок уже знает, как его зовут. Давайте покормим его рыбкой. You hungry? Here. I think she likes this food. It must taste good. I'll bring more again soon. Great! Thank you, Dio. И отправимся дальше. Кто же может знать китайский? Надеюсь, что все-таки парикмахер Ли узнает. Или отправит нас тому, кто знает. Музычка, конечно, тревожная. Тревожная музычка. Безусловно. И да, какая-то кат-сцена. What's wrong? A man with sunglasses took my soccer ball. He said he'd give it back if I brought it to him. What? Where is he? At the construction site. You. I knew you couldn't resist, boy. What? Remember the tattoo parlor? Payback time. Here, catch. Go home. What? What? Да. Кажется, это засада, и время с ними разобраться. И мой удар ногой. Ах ты, гад такой. Да мне ничего сделать-то не могу. Схвати его уже. Ух, ёлки-палки, меня сейчас поборят. Хух. That's enough. Huh? Think you can get away with this? Are you okay? Shishi, thank you. Shishi, hey, are you Chinese? Yes, my name's Xiao Gong. What's your name? Ryo, Ryo Hazuki. Ryo Hazuki. Yeah. Он сказал Гао Вэн, если я не ошибаюсь. Помог китайцу по имени Гао Вэн. Да, это подсказка. Мне поможет только это письмо.
Уверен, она откроет мне новый путь, но кто прочтет его для меня? Ну, Гао Вэн, мы попробуем посмотреть по карте, видимо. Узнать, кто такой Гао Вэн. Но, конечно, удар мечом был просто превосходен. Невероятно. Вовремя подкатился и прямо ему в лицо. Просто brilliant. Превосходно. 100 yen each. Давайте купим игрушечку, как всегда, по традиции. Опять у нас 9000 йен. В тот раз мы потратили очень много на всякие игры наши. Ну, а смотреть их надо было. This is cool. О, еще один Соник. Или у нас такого не было. Соник 2. I should try again. Давайте еще игрушечку купим. И тут у нас кто? I know this. Даже не знаю, какой-то боксер, видимо. Боксер-лисенок? Лай его зовут. Ну ладно, достаточно игрушек. Maybe I should get another. Да нет. Changed my mind. Достаточно. И что же? Так, в парке у нас ничего не происходит? Никого нету. Давайте тогда отправляться, наконец-то, в Дабуиту. Сколько у нас всего... стоп, я же не посмотрел карту. Я же хочу посмотреть. Лао Вэн или Гао Вэн? Посмотрим. Таджима, Лиу, Нишида, Ямагаши. Лиу... Опять Лиу? Фига, у него два дома, вот это круто. Ивата. А вот... Как раз таки Гао Вэн-то и нету такого. Ну-ка, а если мы спросим у пожилого нашего дедушки? А, его здесь нету. Ну да, он не каждый раз тут, конечно, бывает. Соответственно, его сейчас нету. Ладно, отправимся все-таки... О, может спросим у нее? Сумия-сан. Hi, Ryo. Do you know anyone who can read Chinese? Oh, Chinese? I learned some Chinese when I was in college. Ni hao. See? I've got something I want you to translate for me. Oh, you misunderstood me. I can't read stuff. I mean, all I remember is hello and thank you, you know? You see, I took the class only because the instructor was good looking. Right. Да. Превосходно, конечно. Превосходное знание языков демонстрирует жители Сакурагаоки. Я ходила только потому, что там был красивый учитель. Ну, ладно, хорошо. Все-таки зайдем, конечно, в парикмахерскую. Может, Рио подстрижется? Хотя ему здесь это не нужно, конечно. Excuse me. Hello, Ryo. Would you read this letter for me? I think it's in Chinese. What does it say? I'm sorry. I can't read it at all. There are so many strange characters, you know? I see. Блин, ну спасибо за помощь тебе. Ну я не понимаю, ты же китаец. Я, говорит, не могу ничего разобрать. Вот дела. А у кого нам тогда спрашивать? Да. Давайте, может, у Назоми спросим. Она, наверное, должна знать. Да и в 3 часа у нас встреча скоро будет. Но сначала, конечно, лучше поспрашивать. Ну, этот продавец бургеров нам вряд ли поможет. А что, Назоми нету? А вот она. Привет. А я не могу с ней поговорить? Назоми. Ryo, let me know if you need any help. Sure. Ну, в общем, да, она нужна. Помоги мне. О. What is it? Do
Do you know anyone who reads Chinese? Sorry, I don't know anyone like that. Ask someone else. I'll do that. Как же мне спросить-то, а? Даже не знаю, слушайте. Я просто помню, что... Нет, у него я ничего не узнаю. Кстати, это татуировщик. Прошел мимо только что. Где-то здесь был... Ну, Том нам, как всегда, не поможет. Excuse me. Yes. What do you need? Do you know anyone who can read Chinese? Well, the only people I can think of are the people at the Chinese restaurant. I see. Так, китайский ресторан, да, Аджичи. Аджичи, где? Где же был Аджичи? Я совсем уже забыл, слушайте. Где же был? По-моему, на улице, да? А, все, я вспомнил. Я вспомнил, отправляемся прямо туда. Забавная музычка, конечно. Аджичи, где-то он здесь был. По-моему, вот он, да? А, вот он. Надеюсь, они знают. Все-таки ресторан китайский. Tao-san, have you got a minute? Yes? What is it? I was wondering whether you could translate this letter for me. Oh no, there are a lot of old kanji characters. And it's written in an unusual way. What does it say? I'm sorry. I can't read it. Oh, really? Right? Oh, yeah, really. But this kind of paper is used for ceremonial purposes in Chinese calligraphy. Ceremonial purposes? Tao-san, what ceremonial purposes? It's the top quality grade of paper. It's used for fine calligraphy. It's also used for ceremonial cooking. To wrap around on sea bass, it's very famous. But you can't read it? No, we can't. Oh, but Guangji might be able to. Huh? Ask Guangji. He's out delivering on the shopping street. He's good with kanji characters. I got it. I'll try him. Кто же это такой? Ванг Сан прочтет его. Разносит заказы. Но где он их разносит? Ха. Пойдемте посмотрим. Поищем, вернее, его, конечно. Потому что разносит заказы. Где он их может разносить? На улице, на улице. Это что, его на мопеде, что ли, ловить нужно? А у кого спросить? Может, ну-ка. Excuse me. What can I get for you, Ryo? Do you have time now, Hattori-san? Sure, what is it? You haven't seen Wang-san, have you? Wang-san? From the Ajiichi? Yeah. I saw him leaving with deliveries, but he was on foot. What about him? Oh, I'm just looking for him. I don't know where he went, but he went to the right after he left the restaurant. I see. Ага, направо, направо. Направо, я ничего не путаю. Да, хорошо. Ха-ха, тут опять раздвоение дороги, да что ж такое. Так, давайте спросим у него. У него нельзя спросить? Он должен был видеть. Yoshie-san. Oh, Ryo! Have you seen Wang-san? He works at Ajiichi. I see him all the time. You know, I saw him delivering some food earlier today. Which way did he go? I think he went that way, but it was a while ago. I see. Так, хорошо. Пошел он туда. Назоми, интересно, нам что-нибудь подскажет? Нет, она тут стоит. В общем, похоже, для красоты. Ладно, спросим у него. Excuse me. Hi, what can I get for you? How's business? Well,
I don't get as many customers as I'd been expecting, you know. I got my own place all right, but the restaurant business isn't easy. I'm confident about the quality of my burgers, though. I use quality beef and buns. My pickles are homemade, you know. I see. Так, ничего он нам не подсказал, кроме его... Нет, ну назад он явно пойти не мог, это глупо как-то, да? О, стой! А нет, он же пешком пошел, что это я? Ну, по идее, он пошел сюда. По идее, потому что... А это кто? Excuse me. Shut the hell up. Прекрасно. Похоже, это бармен из того ресторана, где мы нахамили. А, может, это он и есть? Hi. How's it going? What's wrong? I'm so thirsty. I want a drink. But I don't have any change. Ладно, я тебе куплю еще раз. I'll buy you one. What do you want? You're really nice. Все-таки это ты. What kind of drink do you recommend? Let's see. Так, ну возьми, я не знаю, синенькую. Может, это все-таки он, и он здесь стоял все это время, чтобы я. Thanks a lot. You've made my day. Can I ask a favor? Yes. Can you translate this letter for me? These kanji are weird. I can't read them. Really? I'm sorry. It's okay. Wait! Nah. My Japanese teacher's a kanji expert. Show her it. What's her name? Shaoxer, yeah. She sells antique dishes at her china shop. Shaoxu at the china shop? Yes. I'll ask her. Thanks. Okay, I've got to go. Got things to do. Thanks for the drink. It's okay. See ya. Да, ну вот, наконец-то мы хоть что-то узнали конкретное. Дорогие друзья, посмотрим, сколько у нас времени. А время уже совсем близится к трем. Давайте посмотрим, что в блокноте написано. Фарфорал... Яя-сан, фарфоролавка может помочь прочесть письмо. Отлично, не зря мы ему три раза покупали выпить газировочки, чтобы он нам в итоге все-таки помог. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я заканчиваю эту серию. В следующей серии мы отправимся на встречу с этим подельником Чарли. И узнаем, где он, кто он и что делает. Ну, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка под видео. Всем спасибо и до следующей миссии.